Привет, я легенда гитары в ТикТоке, и сегодня я расскажу тебе, как играть гаммы и пассажи тремя пальцами на гитаре. Инструктаж подробный, поэтому сохрани ролик себе, чтобы точно научиться. Для начала небольшая историческая справка. Первый, кто начал играть пассажи этим способом, это был испанский гитарист Нарсико Йепес. Когда он учился в консерватории и играл, кстати, на 10-струнной гитаре, он как-то пришел к своему профессору и никак не мог сыграть нормально на уроке сложные пассажи. Когда его педагог, вообще не гитарист, а пианист, просто сказал ему, что либо ты приходишь через месяц и играешь мне эти пассажи, либо я тебя отчислю. После этого Нарсико Йепес очень много и усердно думал и придумал играть пассажи тремя пальцами. Итак, с чего же начать их отрабатывать? Для начала тебе нужно выбрать способ, которым ты будешь их играть правой рукой. Как правило, это либо трехпальцевая аппликатура, безымянный, средний, указательный, на паянде или тиранде, как тебе нравится. Или это способ, в котором задействованы пальцы большой, средний и указательный. Для начала отрабатываешь эту аппликатуру по открытым струнам, чтобы звук на каждом пальце был одинаковый по качеству. После этого отрабатываешь этот вид техники, но уже по открытым струнам и постепенно увеличивая скорость. У тебя должны быть группы 16-ми ноты. На следующем этапе ты постепенно подключаешь свою левую руку, добавляя простой хроматизм на одной струне. После этого необходимо отработать координацию между левой и правой рукой. Это лучше всего делать на упражнениях Генриха Шрайдика для скрипки часть 1. Я, кстати, сделал адаптацию этих упражнений для гитары. Каждый этап ты осваиваешь постепенно, начиная с медленного темпа и только постепенно его наращивая. Следующим этапом надо отработать переходы между струнами вниз и вверх. Можно это делать без левой руки, либо ее партия упрощена. И уже в финальном варианте ты это отрабатываешь на гаммах. Кстати, аппликатуру в гаммах надо поменять под левую руку, чтобы было по 3 пальца на струне. Я эту работу уже сделал, она отражена в этой методической работе. Эта техника не дастся тебе сразу, и ее отработка может занять у тебя месяцы и даже годы. Если ты наберешь и терпение, будешь все отрабатывать постепенно и с медленного темпа, то ты научишься и потом будешь играть круче всех.